Для подключения шлема к телефону включаем шлем нажатием центральной кнопки в течение 2 секунд. Загорается синий индикатор. Затем на телефоне нажимаем поиск новых устройств. Телефон находит шлем. Затем выключаем шлем нажатием в течение 2 секунд центральной кнопки. И нажимаем центральную кнопку в течение 5 секунд. Загораются красные и синие индикаторы. Нажимаем на телефоне сопряжение устройств. Код на шлеме 40. Включаем на телефоне MP3 плеер. Зарядка мотошлема производится при помощи идущего в комплекте зарядного устройства. Когда аккумулятор шлема полностью зарядится, погаснет красный индикатор.